Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру под названием Зомби Цунами. Вот у нас такие вот зомби, которые мы забираем монетки и всякую фигню. Вот, людишек кушаем. А сейчас можем машинку перевернуть. Есть. И бежим дальше. Вот, еще чел-добрячик один. Хорош. Так, монеток много. Надо постараться все монетки собирать сразу. Да. Ох, кто-то у нас, смотри, летит. Парашютист. Тоже его нужно кушать. Так, там чувак сидит. Да, все, сели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, здесь надо внимательно прыгать, чтобы не разбиться. Опля. Так, подожди, задание нужно посмотреть. Опрокинуть 5 знака? А-а-а, 5 знаков нужно прокидывать. А чё ж я это самое бегаю, знаки-то не прокидываю. Ладно. 5 знаков. О, дракона мы сейчас будем это все делать. Чё-то знаков нету, смотри. Интересно как-то. Дракону мне нравится, что он летать умеет. О! Смотри, как назло, нету ни одного знака. Ой-ой-ой, аккуратно. Так, ну все. Теперь мы сами по себе. Дракончика больше нету. Так, а что ж, а где все знаки-то? Алло, куда все знаки делись? Ладно. Сейчас, надеюсь, знаки появятся. Не, светофоры есть, а знаков нету. Ой-ой-ой-ой, 4 осталось. А, 4 чертобрека. А, вот знаки, есть один знак. Так, а нам 4 надо. Только один. О, гигант! Подожди, а что там гигантам нужно сделать? А, взорвать что-то там. Объекты какие-то взрывать. Ладно, будем стараться все взрывать. Так, этого мы не можем взрывать. Опа, прыгаем. Бомбочки. Да, все. Что успели, то повзрывали. Что не успели, то не взорвали. Ой-ой-ой-ой, аккуратно. Так, толпа людишек. Да, что-то знаков. Не знаю, специально так сделали, что знаков нет. Нифига нету знаков. Ну ладно. О, сколько бомбочек-то много, а? Ух ты, знак профукал. Ну ладно, сейчас мы на цунами как раз попробуем все разрушить. И знаки, если будут, мы тоже их, получается, будем переворачивать с помощью цунами. Так, вот и все, и заканчивается у нас, да. Наш бонус. Так, и у нас по-прежнему знаков я не вижу никаких. О, правильно, правильно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, два зомбика осталось. Ай, зачем я так прыгнул? Давай, пробуем, может, родиться. Давай. Ах, не получилось, да? Ну ладно. Не получилось. Так, что у нас там по задачам? Давайте сойдем, задачи посмотрим. Так, ага. Так, ну ладно. Все, поехали. Поехали дальше. Выполнять задание, которое мы не сделали. Нам нужно еще два знака перевернуть, получается. И этим чудовищем тоже два или три разрушить. Чего это там разрушить надо, короче. Опа, есть ачивочка, мы выполнили одну. Так, дальше идем. Я хочу золотые себе эти самые, как и зомбики. Да, золотые зомбики. Наконец-таки. Я как-то раньше играл в эту игру, у меня уже были эти зомби золотые. А сейчас вот, приходится уже достаточно продолжительное время играю в игрушку. Еще пока ее не прошел. Видимо, она большая игра сам по себе. Да, гигант. Гигантом. Нужно еще разрушить нам объекты гигантиком. Ладно.
Вот, пошли. Отлично, еще одна ачивка. Две ачивки выполнили за игру. Хорош. Перфект. Отлично, превосходно. Две ачивочки у нас есть. Ну, идем просто дальше. Кушаем всех подряд. Делаем большую толпу зомби. И монетки собираем. О, тихо. Бежим, прыгаем. Кушаем всех подряд. На бомбочках взрываемся. Машинки переворачиваем. Парашютистов съедаем. И бежим, бежим, бежим. Да ладно, можно в пропасть упасть, да и все. Так, ты будешь рожать мне кого-нибудь? Да, она кого-то еще и родила. А зачем она мне это не надо? Я тогда получу сейчас ачивки, мне новые дадут. Ох ты, сколько много сразу. Сколько много мы съели. Зомбачков. Так, давайте заберем вот эти все вещи. И посмотрим, что... А, переверните один танк. Сбросьте 5 зомби в одну дыру. В эпизоде Нью-Йорк. Ага. Так, ладно. Давайте продадим их. Да, 400 монет. Так, в эпизоде Нью-Йорк. В Нью-Йорк? Да, мне сейчас нужно всем сброситься просто-напросто. Всеми сброситься в дыру. Ладно, это несложная ачивка. Мы ее сейчас выполним. Просто ищем дыру и сбрасываемся туда. А вот и первая дыра. Все, ачивочку мы выполнили. Ага, и это ничего нам не смогло сделать. Вот когда нам надо, когда не надо. Когда нам не надо, она делает. Так, один танк перевернуть. Запрыгните на крышу одного автобуса. А, на автобус прыгнуть и танк перевернуть. Ух ты. Ну, вот легко. Переворачиваем танк и на автобус прыгаем. Хорошо. Главное не перепутать. На автобус прыгаем. Танк переворачиваем. Хорошо. Надо еще этот танк найти. А танк перевернуть надо 12, кажется. 12 чуваков. Так, итого у нас еще пока 8. Хорошо. Так, автобуса пока я не вижу. Так, это что, цунами? Ой, цунами. Да, вот теперь нам нужен танк. Если он будет еще здесь. Вот сейчас нужно нам перевернуть, ребята, танк. А не автобус. А попадется, поди автобус. Ну, сейчас посмотрим. О, 17 чуваков у нас. Опа, 15. Опа. Опа, 13. Так, ну для танка еще как бы хорош, 12, да. А вот все уже. Танк мы не сможем перевернуть. А вот ну сейчас сможем 12 чуваков. Ну что-то танка я не вижу. Да, давайте уже танк сюда. Мне нужен танк. Ниндзя, ниндзя, ниндзя. О, на автобусе. Есть, запрыгнули. Теперь перевернуть танк. У нас как раз еще хватает чуваков танк переворачивать. Ой-ой-ой. Хорошо, что они так прыгают хорошо. О, нет! И в пропасть. Все упали в пропасть. Ох, спасибо. Спасибо тебе, птичка. За двух зомбаков. Так, ага. Понятно. Танка не будет, да, сегодня? А, еще и все взорвались. Ну да ладно. Так, хорошо. Запрыгнули на... А, пиво... А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Есть, 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 есть. Вы разблокировали новую версию.
Вот это отлично. Вот это хорошо. Вот это замечательно. А чего там нам мы разблокировали? Давай посмотрим. Золотых зомбаков мы... Так, нет, не, это не здесь. И это тоже не здесь. А где это? А, вот, золото, смотри. Золотые зомби. Все превращают в золото. Круто. Просто-напросто. Это очень круто. Это очень хорошо. Давайте попробуем. Может быть, мы возьмем этих золотых зомбачков. Попробуем, посмотрим, не знаю. Золотых зомбачков. Я помню, когда я играл, да, были эти золотые зомбачки. Зомбики. А что у нас там получается? Один танк переженный, да? И превратить нужно 5 бомб в монеты. 5 бомб в монеты. Хорошо, значит, точно появятся у нас эти золотые зомби. Ну что ж, давайте тогда. Где у нас тут бонусный ящик? Коробочка. Стопудово будут сразу же золотые зомби. А ну посмотрим. Да, голд, вот они. Вот они, золотые зомбики мои, классные. Давайте, нам нужно бомбы перевернуть. Так, как назло, нету никаких бомб, прикинь. А, вот бомбы, есть. 5 бомб. О! Смотри, он все превращает в золото. Нифига, ух ты, и мы и танк перевернули. Замечательно, замечательно просто. Две ачивки не получилось, но хотя бы одну мы ачивку сделали с вами, ребята. Надо еще одну коробочку найти. Но где-то она здесь будет, коробочка. Можно было автобус перевернуть. Так, ё-моё. Ладно. Ищем бонусную коробочку. И еще раз с золотыми зомбиками мы... О, давай, золото. Нет, ниндзя, блин, ладно. Ниндзя так ниндзя. Так, один ниндзя не успел катану выстрелить. Взорвался, бедолашка. А тут монетки. У нас очень много монет. Ой, провалилась половина этих зомби. Ниндзя упали. О, как раз автобус у нас есть. Где еще? А, я не знаю, когда будет еще у нас бонусные вот эти вот штуки. Коробочки. А, машинка. Ну все, мы просто-напросто тупо ускоряемся. Да. Все, что-то сейчас все повзорвается, либо кто-то упадет в бездну. Ну, где коробочки-то все? Да, видимо, не будет сегодня больше коробочек. А, нет, есть. Давай. А, нет, балун. Ну, балун неинтересно. О, нет. Взрываются все подряд. Так, ладно. Ух ты, нифига. Один остался, да как так? У второго срезало, что ли? Опа, одного съели. И мы все взорвались. Ну, так бывает. Так, посмотрим, даст она еще кого-нибудь. Да, дала еще двоих. Ну, давай тогда. Будем бегать. Нет, надо птичку эту убрать. Зачем мне? Вот это второй раз, да? Шанс. Я не знаю. Второй шанс нам нужен вообще или нет?
Да, сейчас все повзорваемся. Ну что ж, все взорвались. Ачивку мы... А, сделали мы одну ачивочку, отлично. Перевернуть 5 машин. А, ну это легко. Это легко. Ну что ж, дорогие друзья, будем на этом заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, передавайте приветы. Всем пока-пока.